Главные герои сериала Мерьем и Октай собирались пожениться, пока неожиданные обстоятельства не встревают в отношения влюбленных. Октай – молодой прокурор, его ждет блестящее будущее, однако он совершает наезд на одну женщину и малодушно убегает с места преступления, когда та умирает. Теперь его карьера, вся жизнь может пойти под откос. Мерьем, безумно любящая Октая, берет на себя ответственность за эту аварию. Она сядет в тюрьму. И вот Мерьем, отсидев срок, возвращается на свободу. Она была девушкой чистой, наивной, добродушной, всеми любимой, но при выходе из тюрьмы на ней теперь клеймо убийцы, и есть тот, кто желает отомстить за убитую женщину. Посмотреть шестую серию данного сериала вы сможете 7 сентября.